Устроить досуг и наполнить жизнь позитивом призвано мероприятие «Осенний марафон», организованное Наволокским комплексным центром социального обслуживания населения. Оно прошло на базе санатория имени Станка. В марафоне приняли участие в основном люди пожилого возраста и представители общественных организаций Кинешамского района. Мы презентуем два новых проекта. Первый проект – это «Бархатный сезон» руководитель Андрипольской Галины Ивановны. И второй проект – «Скандинавская ходьба» руководитель проекта Хан Татьяна Борисовна. Оба проекта направлены на активное долголетие, поддержание здорового образа жизни и развитие творческого потенциала. В рамках мероприятия работали несколько интерактивных площадок, на которых специалисты, руководители социальных проектов представили свои наработки и провели мастер-классы. Пожилые люди и инвалиды смогли ознакомиться с комплексом дыхательных упражнений «Цигун», научиться навыкам креативных видов рукоделия, узнать новые способы декора интерьера, используя технику вязания крючком и бисероплетения. В фитобаре «Медуница» все желающие смогли угоститься лечебными травяными чаями и взять рецептуру понравившегося напитка. Завершился осенний марафон танцевальным флешмобом. Наволокский комплексный центр социального обслуживания населения благодарит коллектив и директора санатория имени Станка Ангелину Пономареву за помощь в проведении мероприятия.